Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на уроки субботней школы. Это новый квартал, новые уроки и новый год. Нам очень приятно, что вы с нами и смотрите нас. Верим, что для вас это полезно и интересно. Сегодняшний новый квартал, новый цикл уроков, который называется «Жизнь Авраама», мы будем изучать сегодня с нашим гостем, которого я сейчас представлю. Но давайте я вам представлю сначала уроки. Вот так вот выглядят уроки, которые называются «Жизнь Авраама». Великий человек, патриарх, который расскажет нам и покажет нам, через какие сложности в жизни он прошел и какой опыт в этом для нас. С удовольствием представляю вам нашего гостя, который поможет нам изучить сегодняшний урок. Это Павел Коштов. Здравствуй, Павел. Здравствуй, Денис. Здравствуйте, уважаемые зрители. Рад быть здесь. Спасибо за приглашение. Я верю, что мы сможем разобрать этот урок по Божьей воле. Спасибо, что с нами. Авраам. Кто для тебя Авраам? Авраам, в первую очередь, для меня яркий пример беспрекословного повиновения Господу. Мы все помним, лично для меня, это самая яркая история, связанная с Авраамом, это вот когда Господь ему сказал принести в жертву своего сына. И то, как он не задавал лишних вопросов, а просто пошел и сделал, ну, готов был сделать это. И это действительно была такая вера, которая является ярким примером для меня. Да. Я думаю, мы все должны к этому стремиться. Сегодняшний урок, который называется «Призвание Авраама», расскажет нам начало его жизни, о том, с чего все начиналось, и некоторые опыты, когда Бог призвал Авраама. Также мы затронем и жизнь еще одного человека, его племянника Лота, как эти двое людей отличались друг от друга, и посмотрим, можем ли мы быть похожи на этих людей. И нужно ли нам это? Да. Ведущий текст. «Произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Это прямая речь Бога. Это Бог сказал о Аврааме. Авраам вырос в атмосфере религиозных предрассудков, язычества, но истинная вера еще не была окончательно уничтожена. Бог всегда сохранял остаток, который служил ему. И к этому остатку был причислен и Авраам. Впоследствии он был назван другом Божиим. А я думаю, что он это заслужил, но как нам заслужить это же, чтобы называться тоже друзьями Богу, давайте будем вместе изучать с нашими зрителями. С удовольствием вам прочитаю первый раздел этого урока. Напомню, что урок состоит из 5 разделов, в каждом разделе есть свои вопросы. И первый раздел называется так: «Бог призывает Авраама». Итак, первый вопрос. С каким призывом Бог обратился к Аврааму и кто пошел вместе с ним? Я такую краткую предысторию сделаю. Какое время жил Авраам и где он жил? Он жил, это получается уже было после того, как произошла история с Вавилонской башней, когда люди начали больше себя прославлять, нежели славить Бога, начали заниматься такими делами, которые неугодны были в глазах Господа, и впадали в идолопоклонство, распутство и так далее. И вот среди такой атмосферы, среди таких людей рос и жил Авраам. Ну и его жизнь, его принципы в жизни, они отличались от тех, которые жили рядом с ним. И Господь увидел в нем это, заметил, и решил, что он должен нести дальше этот свет, он должен нести эту веру, эту истину дальше в мир, именно Авраам. И он решил его оттуда призвать, чтобы он вышел из этой среды идолопоклонства и жизни, посвященной самому себе, самоугождению. И Господь обратился к Аврааму следующими словами. «Пойди из земли дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Вот такой был призыв Господа к Аврааму. И Авраам пошел. Он откликнулся на этот призыв и пошел. И пишет, что не один пошел, а взял вместе с собой, конечно же, свою жену, свою семью. У них были слуги, у них был скот. И пишет, что с ним пошел его племянник. То есть у них была дружба особенная какая-то с племянником. И он решил пойти с ним. Его звали Лот, и он пошел вместе с Авраамом. Да. Попытаемся представить себе эту ситуацию. Это уже был не молодой человек. Ну, да. Это уже человек был в преклонном возрасте, когда его призвали куда-то идти. Ну и не сказав куда. Насколько мы знаем, Бог не сказал ему куда идти до сих пор. Мы еще не поняли, куда должен был идти Авраам. И у Господа были на это свои причины. Как ты считаешь, вот почему Бог не сразу рассказал Аврааму, куда ему нужно идти? Господь его готовил для особенной работы. Он должен был быть носителем истины, беспрекословным, независимо от обстоятельств. Он должен был всегда повиноваться Господу. И Господь его к этому готовил. И это была его первая проверка. То есть Господь не сразу сказал ему, куда ему нужно идти. Он просто сказал, что в землю, которую я укажу тебе. То есть доверься мне, поверь мне.
что я приведу тебя куда надо. И Авраам поверил. И пишет, что он не задавал вопросов, куда мне идти. Он беспрекословно повиновался. Господь сказал, выйди, он вышел. Он повиновался Господу. И это решение для Авраама было не самым простым, потому что он жил в доме отца, рядом с родными, друзьями. И как бы нажитое имущество, нажитое место, все вокруг тебя знают, все хорошо, все прекрасно. И это все нужно было оставить. И это было непросто, но он это сделал. Пишет, что он не расспрашивал ничего относительно обетованной земли. Бог сказал, его слуга должен повиноваться. Для него самым счастливым местом на земле было то место, куда Господь его послал. Это... И он принял для себя решение, несмотря ни на что, несмотря на какие-то такие обстоятельства, которые могли бы остановить его от принятия этого решения, он все-таки принял решение повиноваться Богу. При этом Господь обетовал ему очень многое. Очень доброе, очень хорошее, что, наверное, ну, облегчало вот это вот непростое решение идти в то место, которое Господь указал. Второй раздел – обетования. Какие обетования Бог дал Аврааму в самом начале? Обетования были следующие. «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и благословятся в тебе все племена земные». То есть я благословлю тебя, твою семью, и, скажем, произведу от тебя особенный народ, который будет хранить мою истину, так ему сказал Господь. А еще ему Господь пообещал, что через него вся земля благословится, все племена земные, все люди, которые есть на планете, они каким-то образом благословятся через Авраама. И это было действительно большое обетование для одного человека, учитывая, что на всей планете сколько людей, для одного человека Господь ему говорит, что вот через тебя все благословятся. Это было приятно, конечно, Аврааму, и он поверил в это обетование. Да. Следующий вопрос. Какую землю Бог пообещал Аврааму и его семени? Господь обратился к Аврааму и говорит, возведи твои очи к востоку, к югу, к западу, к северу. И вот всю землю, которую ты видишь перед тобой, вот на том месте, когда был Авраам, он говорит, всю землю, которую видишь, я даю тебе. И также и потомству твоему, и даю это навеки. И это была земля Ханаан. А как бы ты описал землю Ханаан? Чем особенным она отличалась от других земель? Ну, эта земля находилась возле Средиземного моря, на территории современных государств, таких как Сирия, Израиль, Палестина. То есть это примерно вот там было. И эта земля тогда отличалась особенным плодородием. То есть там климат очень благоприятный для того, чтобы там росло все. И также это было еще и очень интересное место тем, что там лежали пути пересечения, многие торговые пути пересечения. То есть через эту землю ходили в Африку, в Азию, в Европу, то есть там все пересекалось. И очень много наций могло через Авраама узнать Божью истину. И поэтому это также была особенная земля, и поэтому Господь и дал эту землю Аврааму. В этом же вопросе затрагивается информация о детях, живущих в его шатрах. Можем себе только представить, как, насколько большой была семья, наверное, у Авраама, и то, что эти дети, они путешествовали вместе с ним, это не было какое-то путешествие, как сейчас это делается. На недельку, да, или на каком-то транспортном средстве. Это они, все эти люди, шли пешком, либо на верблюдах. И они должны были брать с собой огромное количество провизии, вещей. И здесь говорится, что нужно что-то знать важное о детях Авраама, которые жили в шатрах. И, наверное, в этом пример какой-то есть для нас. Да. Они жили в шатрах, это правда. Почему? Потому что они странствовали. Они не строили где-то какую-то крепость для себя. Они странствовали по этой земле и считали... Здесь текст говорится о том, что Авраам и его дети, вся его семья считали себя странниками и пришельцами на этой земле. Текст говорится о том, что он, то есть Авраам, ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. И на земле обетованной жил как чужой, то есть как странник. И нужно понимать о том, что действительно там были проблемы с проживанием в шатре и с этим путешествием. То есть есть определенный быт, определенные потребности, но не было ропота и не было проблем из-за этого в его семье. Потому что вся его семья понимала о том, что не богатство этого мира их цель. И не земля, имение и дома этого мира, а небесный мир. И мы призваны к тому, чтобы занимать подобную же позицию сегодня, чтобы не накапливать имение здесь. Потому что это все временно, это очень хрупко и неустойчиво.
мы в одну ночь, в один час можем это все потерять. Разные истории происходят с людьми, когда они теряют свое имение. Это доказывает еще раз, что это ненадежно. Тот город, художник и строитель, и основание которого Господь, тот город надежный, и он безопасный. И это небесный город, которого мы все должны желать. Да. Следующий раздел называется так: «Огромная ошибка Лота». И если мы говорим о путешествии Авраама в новую землю, в обетованную землю, мы всегда вспоминаем также и Лота, потому что Авраам и Лот, они как будто бы были братьями, на самом деле это были племянник и дядя, и перед ним стояла такая возможность о том, что им нужно было разделиться, и каждый из них должен был бы выбрать, какую землю он хочет, в какой он должен жить. И Лот сделал свой выбор, а также и Авраам сделал свой выбор. Вот на этом сейчас поподробнее и остановимся. В какое искушение впал Лот, когда путешествовал с Авраамом в обетованную землю? Да, вот как ты упомянул о том, что они стояли перед выбором. И Авраам уступил этот выбор своему племяннику. Он решил, что ну пусть он выберет то, что ему хочется, то, что лежит, к чему лежит его душа. И, знаете, выбор — это вообще очень такой интересный момент. То есть свобода выбора — это то, что дарует Господь каждому человеку. И в данном случае Лот действительно имел право выбирать все, что он хочет. И он не подумал о последствиях, когда выбирал, а он соблазнился той красотой земли, которая была перед ним. Он выбрал долину, в которой были два города, Содом и Гоморра, и как бы и их окружности для своей жизни. И он увидел, что там очень плодородная земля, очень красиво там. Людей много. И как бы его привлекла эта земля, и он ее выбрал для себя. Но не подумал о том, какое влияние это окажет на его семью, на него самого, и какие могут быть результаты и последствия от этого. Об этом он не думал. Он сделал выбор, но он не думал о результате этого выбора. И это проблема современного общества, что очень часто мы делаем подобные ошибки, когда делаем выбор, не думая об результате. Да. Вопрос не о Лоте, а вопрос, скорее всего, нам, но как-то он связан с ситуацией Лота. Чего пытается достичь дьявол через похоти чей? Ну, наверное, сегодня. Да. И тогда пытался, и тогда, и сегодня. Он пытается поглотить наше время и внимание. То есть, другими словами, он пытается нас ослепить. Вот похоть очей – это то, что отвлекает наше внимание от вечных ценностей. Мы перенаправляем наш взгляд, наши интересы на временные, суетные, и теряем из виду то вечное. И сатана имеет в этом успех. Он так обустроил современный мир, что наши глаза постоянно чего-то должны хотеть. Все вокруг нам диктует. Хоти того, хоти того. Вот это тебе надо, вот это тебе надо. И глаза хотят. И сатана имеет в этом успех, к сожалению. Что-то подобное произошло с Лотом, и давайте мы порассуждаем о том, к чему это в итоге привело, и мы сможем понять, к чему это может нас привести, к каким последствиям. В следующем вопросе мы будем говорить о выборе места жительства. И в этом плохим примером для нас служит Лот. Как место, где мы собираемся раскинуть свой шатер, в кавычках, способно разрушить и нашу духовную жизнь, и жизнь наших семей? Очень ярко это показано в примере Лота, что когда пришли ангелы и напрямую его предупредили о том, что есть опасность, тебе нужно вывести свою семью из этого города, иначе вы все погибнете. И он пошел, у него были дочери, которые были замужем за мужчинами, которые были жителями этого города, то есть из местных наций. И он пошел к ним домой, спешил, потому что понимал, ангелы его предупредили, нужно спешить. И он со всей серьезностью взывал к ним. Но, конечно, слушать, что... То есть до сих пор все было прекрасно. Город жил и процветал, ну, с мирской точки зрения. И тут кто-то, какой-то старик пришел и говорит о том, что он будет сожжен огнем с неба, чего не было вообще никогда. И они решили, что он шутит. И не восприняли всерьез его слова. И это было последствием вот этого влияния растленного. Когда на первом месте удовольствие жизни, когда сознание не способно мыслить по-другому. Оно заточено только на то, чтобы жить в свое удовольствие. И они остались, его дочери остались и не пошли вместе с ним. И вы знаете, подобное влияние оказывает, города оказывают не только тогда, как, ну, оказывали на Лот, они оказывают до сих пор это влияние. Большие суматошные, суетные, развратные места, скопления людей большие, где вот это все царит, оно оказывает влияние и на наши семьи сегодня, и нам следует
помнить об этом, когда мы раскидываем свои шатры на этой земле. Греховное окружение, 4-й раздел. Чему мы должны научиться из событий, происшедшего с женой Лота? Вот жена Лота вышла. Она как бы была с ним в одном доме, и она понимала, что это призыв Божий к тому, чтобы выйти. Она не воспринимала в шутку эти слова. Она вышла. Но сердцем осталась там. Опять же, она не была жительницей Содома. Лот не женился там. Он пришел туда. Он пришел туда с женой. Эта женщина видела, как их вел Господь до этого места. Но то влияние, которое было в городе, изменило ее сознание. Изменило ценности ее. И она пожалела о том, что она вышла. И обернулась, чтобы лишний раз взглянуть на то, что было нажито столько лет. И это показывало о том, где ее сердце. Это пример для нас с вами. Что-то подобное. Конечно, это было очень, с одной стороны, жестокое решение со стороны Бога, чтобы превратить ее в соляный столб и чтобы она дальше не шла. Но, с другой стороны, у нее был выбор. И она свой выбор сделала. И мы его делаем тоже сегодня, когда ставим что-то в приоритет. Всегда, когда мы вспоминаем Авраама, мы вспоминаем Лота. Когда мы вспоминаем Лота, мы вспоминаем... Жену Лота. Жену Лотову. А когда мы говорим о семье Лота, мы вспоминаем его дочерей. И вот ранее мы говорили о том, что город и какое-то, может быть, непристойное или не христианский какой-то образ жизни этих больших городов, которые описываются здесь в этом уроке, влияют на семьи. И мне кажется, что именно это влияние произошло. И на жену Лотову произвело какое-то влияние, и на его детей. Что это за влияние? Сейчас поговорим. Хотя дочери Лота и вышли из Содома, насколько все-таки извращенной осталась их мораль. И я хотел бы подчеркнуть мораль, которую они приобрели в городе, в этом городе, в котором жили. Да. Дочери тоже вышли, как и жена, не оборачивались, что было запрещено делать, они это усвоили, не оборачивались. Дошли до безопасного места, Господь город уничтожил, Содом и Гоморру, сжег огнем, они остались живы. Но вы подумайте, представьте себе, до какой степени было деградировано их сознание, что для того, чтобы продолжить род, семью, они спали со своим отцом. Насколько сильно они пали в этом городе. То есть они не увидели в этом ничего плохого, это ради благого дела продолжить род. И вы знаете, у этого тоже были свои последствия. От них произошли народы, это были невежественные народы с моральным разложением, которые все время враждовали и воевали с будущим народом израильским. И это были потомки вот этих двух дочерей Лота. То есть последствия этого греха, они все равно были. Сегодня может что-то подобное происходить, когда люди перестают понимать, где добро, где зло. И это происходит в результате влияния вот этих морального разложения городов. Я думаю, что они знали, что все-таки это аморально, что это был закон, особенный дан закон Господом, который написан в Левит 18 главе, что не нужно открывать наготы отца своего. Не зная это, все равно под давлением или под влиянием того... тех принципов или той морали, которая была в том городе, сложно это назвать моралью, но все-таки тех каких-то желаний, которые были в том городе, они совершили вот такой вот поступок. Сегодняшний христианин, сегодняшняя христианская семья, пример, который подает нам Авраам, Лот, жена его дети, говорит нам о многом. В следующем вопросе мы будем говорить о решений, которые должны сегодня принимать христианские семьи относительно места своего проживания. Где находится в эти последние дни самое безопасное место для размещения наших шатров, опять же в кавычках, на пути в обетованную землю и почему? Самое безопасное место – это поближе к Божьему творению, а не к творению человека. Города – это творение человека, природа – это творение Божье. Именно природа способна правильно влиять на наше сознание, на наш разум и правильно его формировать, чтобы в искушениях мы могли устоять и делать правильный выбор, принимать правильное решение. Поближе к природе.
поближе к животным, к Богу, к творению Божьему. Да. Заключительный пятый раздел. «Делайте твердым ваше знание». Цитата. О чем мы должны помнить, принимая во внимание, что и мы были призваны в обетованную землю, подобно тому, как был призван Авраам. Вот теперь уроки для нас, людей, на основе того, что было принято Авраамом, его решение. Тексты говорят: «Ибо много званых, а мало избранных». Господь пригласил Авраама, адресовал ему такой призыв выйти, но Авраам мог и не выйти. И Господь нас сегодня тоже призывает выйти, но мы имеем полное право и не выйти. И поэтому мы должны помнить о том, что званых, приглашенных много, избранных немного. Избранные – это те, которые отзываются на этот призыв. Посему, братья, постарайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Не отходите от него, не отступайте, а придерживайтесь этого курса. Всякий, кто станет ежедневно учиться у небесного учителя, сделает твердым свое звание и избрание. Давайте же смирим наши сердца перед Богом и будем продолжать познавать Его, ибо такое познание есть жизнь вечная. Да, это великие примеры, великое благословение, конечно, именно так поступать, так Авраам поступил, и принять такое решение, которое принял Авраам. Заключительный вопрос этого урока, обобщающий. Кто сможет войти в обетованную землю? Тот, кто сделает своим щитом Иисуса Христа, веру в Иисуса Христа. То есть щит веры он будет оберегать, охранять по пути в обетованную землю от всех искушений, от всех проблем. Кто будет держаться вот этого курса, не уходить в сторону. У Авраама мы еще на протяжении целого квартала будем исследовать, какие были трудности и испытания на пути, но я чуть-чуть забегу вперед. И хочу сказать, что Авраам прошел этот путь, и он остался верным Господу. Стал отцом народа, из которого в будущем пришел Мессия. Это обетование было ему сказано Господом, и оно было исполнено. Но исполнено оно было потому, что Авраам исполнил те условия, которые были ему поставлены. И эти условия – это придерживаться вот этого курса отделения от мира и присоединения к Иисусу Христу. Это был заключительный вопрос. Дорогие друзья, мы прошли вместе с вами урок субботней школы, который назывался «Призвание Авраама». Весь квартал, весь цикл уроков, который мы будем сегодня изучать, это на протяжении этого времени, это жизнь Авраама, великий человек. Я думаю, что очень много примеров из жизни можно взять, измениться к лучшему, потому что этот человек назван другом Божьим, а мы бы все хотели бы быть друзьями Богу, поэтому чем ближе мы будем к изучению этих уроков, тем ближе нам будет ясен характер Авраама и почему он был настолько дорог Господу, что он назвал его своим другом. Я призываю вас чаще смотреть нас, будьте с нами, оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, нам важно ваше мнение, потому что мы все это делаем для вас. Павел, спасибо за то, что сегодня был с нами. Я надеюсь, что не последний раз. Мы будем еще встречаться для того, чтобы вместе изучать эти уроки. Обязательно. Дорогие друзья, всего доброго вам, до новых встреч. До свидания. До свидания.